Да, лапки больно, да. Маловато переносочка, конечно, но другой нету. Ты устал, да? Ты устал. Привет! На манеже все те же. Это канал «Хвостатое счастье» и я его ведущий Волков Сергей. Мы выдвигаемся в Екатеринбург за очередным спинальником. Едет к нам хаски. Хаски кусача, как сказали. У нас еще предстоит борьба с хасой, с хасей, чтобы ее пересадить. И перевозчик там что-то опять сломался. В общем, куча проблем. Ну как без проблем? В общем, поехали, встретим, расскажем, кто там, что там. Обязательно все покажу. Поехали. Наши билимбаевские дороги. Плюс непогода делают нас сильнее. Нас сильнее, а машинку старее, да. Ой, прям вообще, как на этом. На сеансе массажа побывал. Ну, приехали, товарищи перевозчики. Сейчас у нас будет сага доставания сабатуна и пересадка его в наш автомобиль. Давай я закрою. Так, пойдемте за нашим новеньким товарищем. Или новеньким, я даже не знаю. Парень, да? Держи. Проще вытаскивать здесь, чем... Согласен, как вам удобнее. Да, зайчик. Перебежит? Я не уверен, конечно, что он перебежит. Мы не будем ругаться? Будем, маленечко-то надо поругаться. Хотел выйти сильно, да? Да, конечно, хотел выйти. Молодец, собака! Ты такая умная, красивая собака. Вообще красиво, только без ошейника. Как обычно. Пойдем. Давай лапку переставим вот сюда. Вот так вот. Оп. Молодец. И вторую переставим. Оп. Да. Все хорошо. Пойдем, пойдем. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ну хорошо. Да, да. Все хорошо. Все, да? Все, спасибо большое. Вот такой вот волчок на бычок. Давай будем грузиться, а, волчок. Все хорошо. Волчок, все хорошо. Ты же вон какой красивый парень. Да, лапки больно, да.
Если лапки больно, значит еще шанс, что ходить будешь есть. Тихо. Да, никто твою лапку никуда не хватает. Все нормально. Ну все, волчок, упаковался. Сейчас мордочку пока развязывать не будем. Давай через полчасика тебе развяжу немножко. Давай, все, поедем в клинику сейчас. Полетим в клинику. Давай. Да вот такой вот хороший парень. Да вот такой вот зайка. Или что, давай я тебя развяжу, ладно. Тихо. Все, давай, давай, давай. Укомплектовывайся. Все. Маловато переносочка, конечно, но другой нету. А так он у нас полмашины здесь разберет. Ладно, все, выдвигаемся в клинику. Ну вот, друзья, мы загрузились. В общем, у нас сегодня, по идее, вторник, и нам надо попасть еще в метро за кормом. Но мы, наверное, не поедем, да? Вот. В общем, постараемся попасть в клинику и уже сделать рентген, потому что рентгена мы не делали. Ну, сами видели, да, он в шоке, он кусаться пытается только когда ему вот уже все крайняя степень, потому что там с лапой вообще бедище, конечно. Вот. Ладно, все, двигаемся, постараемся в клинику успеть. Погода разбушевалась, практически смывает с трассы. Вот мы добрались до клиники. Сейчас пойдем. Слава тебе, Господи. Да, только тут вот очередь, я гляжу опять. Как обычно. Как обычно. Все клубнично. Вот. Волчок прибыл в клинику. С комфортом доставили почти что. Да? Нервничает. Так, ну вот. Мы зашли. Давай, заходи. Не стройся. Да. Ты большой, красивый мальчик. Не будешь кусаться? Кусаться не будешь? Маленько руки подкусываю. Не надо кусаться. Если будете сильно пихать. Мы не сильно, мы будем маленько. Ну, кусается только, когда ему больно. Вы сам-то не видите? Клетка вообще открывается у вас? Открывается? Не могу. Можно. Смотрочку, мы завяжем красивую. Ну, у почти что, да? Хаска малолит. Хаска двойным. Идем. Ничего, пришли. Сейчас, этот, подожди. Держи. Красавец. Так, что, на стол его или куда? Да, давайте. Да, больно, больно. Тише. Морденцева тебе не развязалась.
Завтра Николай Сергеевич тебя посмотрит и тебя полечат. Что-нибудь тебе сделают. Лапки у тебя срастутся. Тебе 3 годика всего. Ты хороший. А если повезет, мы тебе еще и дом найдем. Вот так вот. Может, кто-то тебя увидит, скажет, я хочу, чтобы у меня был друг волчок. Да? Да вот такой вот волчок. Голова большая, умная. Умная голова такая. Сейчас укольчик тебе поставят. Вот в клинике. Вставляем на стационар. Друзья, оставили мы волчка в клинике. Завтра у нас будет принимать главврач Козыренко Николай Сергеевич. Он посмотрит, то есть остеосинтез сделает только он, да? Здесь, да. Вот, то есть если получится, то сделают ему остеосинтез. Ну, если не получится, будем искать тогда другие какие-то варианты. В общем, если видео вам понравилось, ставьте лайк. Комментарий поможет в продвижении нашего канала. Поделитесь ссылкой в соцсетях с друзьями этим видео. Покажите, что не факт, что если собака не ходит, что это спинальник, нет, что возможно. Я вообще надеюсь, что он будет ходить. Я надеюсь, что мы найдем дом. Он молодой, ему 3 года. Он очень красивый. Он очень красивый. Его в порядок привести, вообще классно. Да, да, да. Вот, так что в комментариях пожелаем, ну, чтобы у него все получилось хорошо, чтобы лапки срослись, чтобы он нашел себе семью. Может быть, кто-то увидит его, влюбится и скажет, я хочу. И мы его благополучно пристроим. Вот. А на этом на сегодня все. Берегите себя, берегите своих питомцев. Скоро будет новое видео. По пятницам у нас прямой эфир. Приходите к нам на прямой эфир, задавайте свои вопросы. Всем пока-пока. Мы поехали.